Технический директор и соучредитель сайта bitcoin.com Эмиль Альденбург продал все свои биткоины, заявляют различные СМИ. По его словам, у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты, а вложение в него – самые экстремальные инвестиции, которые только можно сделать. В качестве недостатков биткоина соучредитель сайта назвал их высокую плату и время выполнения транзакций. Почему же, когда криптовалюта начала набирать такую популярность, сам соучредитель сайта bitcoin.com делает такие неожиданные заявления? Давайте разбираться. Посмотрите, два варианта. Это неподтвержденная информация, потому что если бы это было прям правда, то ничего его бы не смутило выставить свой биткоин-адрес, на котором его биткоины, и о том, куда они ушли, что он их типа продал. Это может быть специальной новостной уткой для того, чтобы уронить цену биткоина и купить его подешевле. Вот и все. В целом, Эмиль Альденбург не верит, что биткоин станет валютой для повседневного использования. Но при этом он до сих пор не выставил свой биткоин-адрес, где находятся данные о продаже его криптовалюты. Все это делается для того, чтобы люди продавали свои биткоины дешевле, а акционеры, более опытные и осведомленные, смогли зайти на рынок с минимальными затратами. Например, у меня сейчас там, я не знаю, 100 тысяч биткоинов. Если я скажу, что все, я в биткоин не верю, например, я известный человек, который владеет биткоинами, да, и я говорю, что я в них не верю, и вот сейчас их продаю, то рынок пойдет вниз. Точно так же, как, например, сейчас, я не знаю, Тим Кук, глава Apple, скажет, я не верю в Apple, я продаю акции Apple. Вы представляете, что будет с акциями Apple? То есть это закон рынка. На прошлой неделе курс биткоина обновил рекорд, превысив отметку в 20 тысяч долларов. За год пиковая цена этой криптовалюты выросла в 20 раз. Посмотрим, как будет меняться ее цена в ближайшее время. Тогда можно уже будет делать какие-либо выводы. Анна Глазунова, Универньюз.